В этом году в Новочебоксарске появится свой кванториум. Детский технопарк откроют в рамках регионального проекта под названием «Успех каждого ребенка». Технопарк появится на базе Новочебоксарского химико-механического техникума. Общая площадь составит 1200 квадратных метров. Новые лаборатории откроют школьникам двери в научный мир. С помощью современного оборудования ребята будут знакомиться с новыми технологиями, узнают об энергосистеме нашего региона, источниках энергии. По программам дополнительного образования в Новочебоксарском кванториуме смогут заниматься более 800 детей. В настоящее время идет закупка оборудования. Преподаватели разрабатывают образовательные программы по каждому направлению. В рамках национального проекта на его создание направят более 100 миллионов рублей.